В Саратове появилась площадка для коммуникации и диалогов с городом, так называемая медиатека. Она открыта по инициативе Российского союза кинематографистов. Первым проектом медиатеки стала галерея современного искусства. Подробности у нашего корреспондента. Привычные вещи здесь стараются увидеть в новом свете. Роль красной ленточки играет скотч. Первую выставку первой галереи современного искусства в Саратове открывают в коридоре Дома офицеров. Тесно, зато концептуально, говорят организаторы, как переход к чему-то новому. В Саратове очень сильная академическая художественная школа, и при этом есть очень интересные современные художники. Но из-за отсутствия постоянной площадки для представления своих работ, о них город не знает. И, соответственно, восполнить вот такой пробел, может быть, мы и стараемся. Первую выставку назвали «Привет, мир». Здесь работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Энгельса и Саратова. Каждую сопровождает небольшое пояснение. Оказывается, саратовец Алексей Трубецков в фотоколлаже «Я родился» пытался сказать, что даже утренняя яичница может означать «Привет, мир». У триптиха «Коконы» другая идея. Посыл такой. Коконы – это некая среда, которая защищает неокрепшую личинку, неокрепший организм от внешних воздействий и так далее, и так далее. Но приходит время, когда из этих коконов нужно выбираться. Автор объясняет, что коконы бывают разные – социальные, моральные, экономические. Соответственно, и материалы разные – провода компьютерных сетей, обычный спальник и пластик. Возможно, некоторым современное искусство кажется глупым или бессмысленным, но сами художники придают ему огромное значение. Современное искусство – это институт открытия нового мироощущения. Это так же, как наука занимается мировоззрением. И ни у кого не возникает вопрос, зачем нужны институты, зачем нужны ученые, которые развивают наш мозг в рациональном направлении. Точно так же современные художники развивают наши эмоции, которые не менее важны, чем рациональное знание. Галерея современного искусства в Саратове – один из проектов медиатеки, которая получила постоянную площадку в 48 квадратных метров в Доме офицеров. Кроме художественных выставок, здесь будут показывать фильмы и читать лекции об искусстве. Александр Филин, Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.